Всем привет! Сегодня Москва-река и вот такое вот местечко козырное. Вообще просто красиво, но мусор вот есть. Свиноты, конечно, не переведутся. Но здесь небольшой минус, ну как минус, мы его поборем. Вот оттуда надо спускаться. Сначала костыля спустить на гипсе. Теперь все барахло поднять. Потом, ну, малого уже тоже спустил. И потом жену транспортировать. Ну, а в общем-то местечко бомбическое. Вань, ты сейчас покатишься вниз. Ну все, замесимся, закинемся, включимся. Так. Прикормку замешал. Значит, здесь каша вареная, пшенная, с горохом и с перловкой. Так, а туда добавил. Он тоже своего. Сегодня чисто эксперимент без всяких ароматизаторов. Вот такое вот. Здесь у меня получается вот гранулы комбикорм. Вот комбикорм. Вот сечка кукурузная. Потом вот хлеб. Хлеб. Крошка. Ну, сухарь панировочный. Потом семечка, вот шкурки от нее. Семечка. И тут еще добавлена ячневая крупа. Вот это все перемешано. Вот такая вот красота. Пахнет, конечно, вкусно. Прям так, по-домашнему. Посмотрим. Вообще, без всяких... Не, ну меласа была, что ароматизированная меласа была. Вот только меласа ароматизирована. Вот такая прикормка. Посмотрим, что на нее подойдет. Без всяких там тутти-фрутти, заливок там блатных со вкусами там с какими-то. В общем, сейчас прикормим, включусь, покажу. Блин, а ну-ка, давай, помоги. А, ну да, для акушарчик. О, у меня тоже клюет. Забираешь окуня? Да. Ну давай. Акушиха. Не, не ма. Блин. Вот не успеваю подсечь, то ли поздно подсекаю. Уже третий раз. Третий раз уже. И пустой крючок. Поздно, наверное. Есть. Ну, мелочь. Блять, наверное, мелочное место. Ну ладно, посмотрим. Такой вот. Ну, мелочь же, мелочь. Пришло время помоечку поубирать. За нашими любимыми какунами. Что, даже что-то поймала? Да. Большой, тяжело идет.
О! Коряга. Коряга. Ну ладно. В зачет, в садок кидай, в зачет тебе пойдет. Нора, походу. Нора? Нора. Вот такого вот. Это кто? А, вижу. Понятно. Ты окуневая королева. Вот у нас и на поплавочную. Вот у нас и на поплавочную окунечек поймался. Но крупной рыбы нет. Вот так. Потому что бровка там, отцепляются они об бровку, блин. Один крупный был, а бровку обцепился. Вот вытащить только такую мелочь можно. Устерки всякие. Усиляки, по-вашему. Ну, для густеры пойдет, в принципе. Так приходится. О! Что-то покрупнее, но тоже мелочь. Покрупнейшая мелочь. Густера тоже. Есть? Ага, мелочь. Мелочное место. Клевное, конечно, но... Но клюет мелочь. Обвалился. Ну да ладно. Ничего страшного. Выключай. Вань, смотри, какой пароход, Вань. О, это уже быстренький. Я только катаюсь. Григорий Пирогов. Григорий, а баба? Да. Интересно, это далеко? О, смотри, 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 Вань, смотри. Смотри, что он как сделал, отлив. Вон, отлив какой. Вот так. Прикольно. И вращал крутилку эту, аж конец его болтался. Ну блин. Ну мелочь, ну ё-моё. Один был покрупнее, а бровку опять оторвался. Короче, стал одного мотылька насаживать и в двух местах его прокалывать. Иначе вообще не могу подсечь. Только я... так. Надо тащить Дию. О, лобиба! Мелочь опять. Я ну да ладно, клюет и то, на том спасибо. А я... Это утич, мам. Дома.
Ну блин, сопротивляется в конце в самом. А ну-ка глотни. О, набиба! Нет, крупненькая. Да? Это подсадит. Ну крупнее, чем предыдущая, но. Иди, амебиба. Иди, амебиба. О, конечно, покрупнее. Она хороший. Да, тиаоя. Вань, видно рыбу? Да, Нина. Видно? Да, Нина. Все, выключай. Есть что-то. Мелочь. Левчевый какой. Вот такой. Дай, пожалуйста, этот подсадь. Чего, блядь? Да, очень вкусный. О, мою. Твою? Вот это классно. Моя кормушка, которую я утром улетела. О, точно такая же, блин. Вот, это которая сейчас, а это которая утром облетела тоже на красной, на красном монтаже. И вот здесь кормушка тоже на красном монтаже. Вот это да. Ой, блин, первый раз такое вижу. Не захотел я его под сачиком брать. О. Слишком мелкий. Добрый вечер, малыши. Посмотрим. Что там? Вот так вот. Посмотрим, что там сейчас. Так, вот сюда, наверное. Густерочки такие. Подлещик, вот это самое крупное. Вот густерка вообще пузатая конкретно. Так. Вот такие подлещики. Мелочь в основном, конечно. Вот мама у нас окушочков ловила. Они почти все мертвые, почти поглотали все. Так, ну, в честь дня граненого стакана отпускаем всех. Вань, хочешь кинуть вот рыбку? Такая густерочка малюсенькая. Вань, хочешь рыбку в воду отпустить? Да. Давай. На. Отпускай. На. Расставь его. Вот. Вот, молодец. Вот беременная густерка тоже. Угу. Мама, окуней всех отпускать или только живых? Я. Или их вообще не отпускать? А рыбу, да, хочешь, если живые, то можно. На, вот маленький. Фу, на, вот маленький окунь, на. Фу, грязный. Этот все. Все, да? Он большой, по-моему. Этот тоже все. Вот этот. Вот этот. Вот, на, Вань. Вань, вот, на. Смотри. Давай, кидай. Не, он тоже все. Да, ну все тогда. А вон там люди на теплоходе. Вот эту живая. Вот эту тоже отпускаю. Вот густерка живая. Не, это подлещик. Отпускаем. Ну, окуней, смотри, ты наловила одних окуней. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Нифига ты дала. Нифига себе.
Вот еще, смотри. 11 окуней. А, вот еще густерочка. Так, тоже живая. Отпускаю. Густерок и подлещиков штук 15, наверное, было. И 11 окуней. Окуней забираем, они все крякнутые. Ну. Так, ну что по рыбалке? Можно сказать, что эксперимент прошел успешно. То есть рыба подошла на обыкновенное вареное пшено с обыкновенным вареным горохом, с обыкновенной вареной кукурузой. Все это с панировочным сухарем обыкновенным было засыпано, который сам сделал. И семечкой молотой, которая стоит 30 рублей килограмм. Сухарь тоже, когда сам делаешь, тоже рублей 50 обходится. Ну, вполне рабочая прикормка, которая будет за килограмм выходить, ну, в среднем 50, может, 70 рублей. Ну, 60 пускай будет она в среднем за килограмм выходить. Рабочая прикормка. Вот. Но это мы ловили сами. Я, ну, если, допустим, ловить, где толпа стоит, и все там добавляют какие-то дипы, какие-то прикормки, ароматизаторы в прикормку, возможно, придется что-то и добавлять. Может быть, рыба будет уходить тем, у кого там шоколад, или тутти-фрутти, или анис там, или еще что-то. Ну, а так, когда вокруг никого нет, она отлично подходит и нормально клюет на то, что вот все самое простейшее и дешевое. Так, ну еще можно сказать, что мы сегодня испробовали дип-креветка, брызгаешь, который вот на крючок с червяком. И на него рыба гораздо быстрее отзывалась. Ну ладно, вот такие итоги. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. Мирного неба над головой. Счастья и здоровья. Всем пока.